Руки вверх! Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты? Рипли! С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Мой пукан. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не... Я даже не знаю, кто бы это мог быть. Тоже. Убийца. Ясно. It's auditory deference. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Типа, ты мне даешь открыть, окей? Давай, я не намерен тут долго торчать. Главное, заставляет бабу работать. Молодец. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Давайте угадаем, его убьют через 3 минуты. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо, мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Догони телефон! Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Вы вообще народ умный, нет? Где у вас все фонарики? Серьезно? На случай там. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. К сожалению, скуки этой игры не выдержал и мой ПК, и он показал мне бсот. Но что круто, я сохранился буквально вот на том моменте, где у меня разрезалось видео, ну, то есть оно у меня на части делится, и просто то видео, которое я успел заснять до бсода, я не могу это объяснить. В общем, вот здесь вы, скорее всего, увидели, что видео оборвалось, да, и записываются видео у меня по 15 минут каждое примерно. Файлами по 4 гига. На файлы по 4 гига. И оно боролось примерно здесь. И то, что я успел дозаписать до псода, оказалось просто недоступным. Да, и мне повезло то, что я сохранился здесь именно и больше нигде. И смог, по сути, все восстановить. То, что здесь наделал. Пока что мы с чуваком едем вниз. Так что... Да, впереди вас ждет еще 10 минут потрясающего действия, я гарантирую вам это. Ну и меня люди уже ругают за то, что на самом деле про Аманду договорилась. Следующая остановка, грузовой терминал. Попозже скажу. Потише.
Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. В общем, про нее упоминалось, но я имел в виду то, что она никак не была задействована. То есть она как была там на заднем фоне, где-то там в качестве персонажа, который никогда не упоминалось толком в фильме. Как бэкграунд был. Я имел в виду то, что не показывалось. То, что толком про нее ничего не говорилось. Валим. И так далее. Со мной. Пригнись. Лучше бы сказали, как присесть. А мы тут фигней страдаем. Депу. Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Я надеюсь, что игра реально вот скоро вот как бы расчехлится и пойдет экшен, все дела. Ну, в смысле, стелс-экшен. А то я как-то уже задолбался, если честно. Ну, это реально скучновато. Иди за мной. Привет. Давай. Камон! Я это все видел уже. Главное, чтобы сот еще раз не вылетел. Сейчас, когда я вылез из канализации. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Нет, это не в следующий раз будет. После следующей канализации. Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Вообще респект. Разработчикам за такие субтитры вверху находятся на нормальной высоте. Сама понимаешь, что страх человеком делает. Да уж поняла. Еще бы их чуть побольше сделать, вообще будет классно. Хотя для такого разрешения нормально, я думаю. Ты и что? Белые введены черным цветом. Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Что-то здесь было, что-то здесь было. Помню. О, забрал. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Хорошо, что здесь не сохранялось. Темень, как файер. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Опаньки, я взял фонарь, что-то произошло. Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Да. Что-то я вообще не понимаю, вот я написано было, зажмите F, и никакой вот, не знаю, звуковой индикации не было того, что я его заряжаю. Просто зажал F и... Сюда. И он зарядился. И да, у меня забавный баг был. У меня чувак пролез сквозь... Тут сквозь эту херню. Одна шахта. Я ее отметил. Но это не записалось! Да, я знаю, где она, поэтому я потрачу... Давай. Чуть смотри, меньше фонарика, Максим, чем раньше. Это она? Погоди, я сейчас. Топай давай скорее, ну! Давай, Рексом, ну! Фонарик, ну! Я знал, фонарик что можно даже здесь. Держать. Он видишь, найдет путь в темноте. Я же говорил. Привет, Ридик. Идем. Я знал, что ты здесь тоже есть. Интересно, если свести Ридика и Эллина, что будет? Кроме детей. Ну потопал, ну. Лучше тут не давай. Задерживаться. Володя. Из реальных пацанов. Это ты, я знаю. Не спрашивайте, откуда я знаю. По вентиляции. Только те, кто хотят жить. Типа хахоньки от разработчиков. Мол, а чё так часто по канализации-то ползать? Как говоришь, корабль-то называется? Тихо! И вот здесь она почему-то промолчала. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Бу-бу-бу. Пошли. Лучше его не злить.
Вот этот актер, он из из нового медиа, то есть из того. Во-во-во, здесь он тоже повторилось. Так, вот здесь у меня сот вылетел. Так, вроде все норм. Знаешь, это какой-то был рандомный эпизод. Надо будет что-нибудь сделать с операционной системой. Так, я даже не знаю, сохранится или нет. Знаешь что, иди в жопу, ты вообще призрак. А подожди. Тут что-то есть. Ладно. Мне надо идти за ним. Но там сзади. Что значит тихо? Я не умею тихо. Я папа. Знаете, как во всех фильмах они дышат. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Лично я бы не расслаблялся. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Ну зашибись. Кто последние запасы проверял? Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие. Место не для хлама. Кто сообщит об этом боссу? Боссу. Я даже не знаю, куда мне идти. И что? О, фак, я вытащил файер. Как мне убрать файер? А, игра! Так, управление где? Ёпта! Во. Прицел, фокусировка, использовать. А как убрать? Это серьезно, это все? А, уберите мышку. Прибор слежения. Револьвер, дробовик, огнемет, болтер, шокер. Вау. Спасибо. Могли просто писать оружие 1, оружие 2, оружие 3. Ладно, здесь будет оружие. Я ничего не менял. Чего вы врете? А ты поменьше... Я не знаю, как убрать файер теперь. Идем. А не то. Как мне убрать оружие? Как мне убрать файер? Я боюсь кого-нибудь сломать бошку и... В страхе, женщина, на все, готово. Какие кнопки там были? Что случилось? Генератор сдох. Наваливай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а что мне делать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у меня файер. Нет! А что мне делать? Нет! Не делай этого! Не делай, пожалуйста! Нет! А что мне делать-то? Фак! Так. О, нет! На! Ой! Я хотел кинуть! Я хотел отдать его! А что мне было делать-то? Так, окей, где последнее сохранение было? Только не говорите, что это то самое сохранение, которое перед лифтом. Бляха-муха! Вы серьезно? О май гад! Кто так делает игры? И теперь мне заново терпеть все вот это вот дело.
вообще-то подумал, что это для сохранения для того, чтобы... чтобы, допустим, если вы проходите игру, выходите из нее, то вы начинаете с этой точки. А автосохранение есть перед ключевыми какими-то моментами. Но нет, надо сохраняться каждый раз. И знаете, есть такие вот чекпоинты, идут через каждые 5 минут, где ничего не происходит. И тут неожиданно надо сохраниться. Вообще-то чекпоинты, вот которые сделаны в духе старой... Это чекпоинты, точнее, методы сохранения в духе старой школы. Знаете, как в Resident Evil, Silent Hill и так далее. Но там, по крайней мере, тебя выпускали сразу в мир, и ты шел и ходил, где хотел, выполнял задания. Здесь я в третий раз прохожу одно и то же место, где ничего не происходит. Третий раз! Один раз сот, другой раз меня убили. Я прохожу с одного и того же места. Просто замечательно. Ладно. Класс. Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Пойду-ка я сюда сначала. Эй, ничего он не брал, я был рядом. А, здесь, естественно, не пройду. А чё мы не можем свалить через этот лифт? При помощи этого лифта. Ладно, здесь ничего нету. Замок-то, который Джо смастерил. Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Я... Ни хера не вижу. Так. Выключи да генератор, окей. Продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. И что мне я делать-то говорю, потом? А ты поменьше говори. За умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Мне, наверное, надо было куда-то убежать и уйти отсюда. А, или я мог спуститься сюда. А, вот, вентиляцию можно было бы уйти. Сразу не заметил. Что случилось? Генератор. Оп! Fuck you! Сам взял издох? Там кто-то есть. Смотри, все за мной. Я надеюсь, здесь никто меня не видит. Молодец, Рипли. Сюда. Потише. Они еще рядом. За мной. Holy shit! Все гиперсложно. Еще одно сохранение. Я не буду сохраняться через каждые две минуты. Я что, дебил, что ли? Линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Да. Ну а ты заходить-то будешь, нет? Или я сам? Ма. Спастись вместе с Акселем. Я не могу следовать за Акселем, если он не идет никуда. Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Да пошел ты! Мне ты так интересен, капец. Сквозь пальцы. С! Я таки сумел добраться до товара. Шеф не заметит пропажу. Станцию закрывают, мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся, Синклер велел своим не докапываться. Да, им вообще сейчас не до нас. Они там только и делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думают, получится, что заплатил. Бейли. Нерсон, Леонард, вы двое несете первую вахту у двери, так что читайте внимательно. Соорудить такой замок было непросто, и будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкции. Кстати... Синклер и Бейли это, если я не ошибаюсь, одни из персонажей квадрологии. Ну и так далее. Хотя нет, квадрологии не учитываем Aliens vs Predator и так далее, да? Это так называемый замок на двух человек. То есть для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы. Так что это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все наше добро. Мы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет впустить или выпустить кого-то из нас. И я имею в виду только нас и больше никого. Неважно, кто там будет вас умолять и какие слезные байки они будут
рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину. И теперь единственный, кто остался в живых. Не верьте никому, Джо. Даже самим себе. Инвентарь ничего не брать и не вычеркивать из списка разрешения. Аспирин, консервы, крупа, бла-бла-бла-бла. Туалет. Нихера себе рулонов! Господи. Консервы 32 банки, туалет бумага 26 рулонов. Сухое молоко, 52 упаковки. Чего вы с этим всем делаете? Боеприпасы на исходе. Зои удалось раздобыть какие-то рецептурные препараты. Все выписаны на одно имя. Видимо, этому человеку они больше ни к чему. Эй-эй-эй-эй-эй, я мог их заюзать. Скорее всего, мне, скучающему. На самом деле, мне пока что больше всего интересно читать тексты. Ну быстрее! Я должен следовать за тобой, а не вести тебя. У меня задание такое. Твою мать! Так, эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Дайте угадаю. И сейчас его съедят или что-нибудь произойдет. Смотрите, сейчас его убьют. Неожиданность. Готово? На счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался? Все сюда! Поймали варюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки! Я не виновата! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Он сам пристал! Сволочи! Не-не-не! Бежим! Не-не-не-не-не-не! Видел попку? Смотри, папка, видел папку, видел папку? Да пошел он, ты. Походу, мертвый. Они его убили. Да то ладно. А-а-а, Аксель, бежи. Ой, и катсцена такая неожиданная. Ты же его убил. А иначе он убил бы меня. Тут или ты, или тебя. Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня? Какая неожиданность! Ну, должны же мы были лицезреть что-то убийство. И накрашенное. Страшное и накрашенное. Так, я пришел оттуда. Эй, Бобик! Бобик, прости! Так, куда мне идти-то? Я нихера не вижу вообще. Ой. Ой. Плохая скотина. Твою мать. Как мне его брать? Я не понимаю, куда мне идти. Важное. Хм. А, вот здесь? А, окей. Ну, все, я буду с Синфайром ходить. Может, я не знаю, что-нибудь есть, чтобы брать, может быть. Можешь ехать быстрее?
тут ничего не происходит, а музыка такая эпичная играет. Музыка пытается что-то сделать в локации, где надо просто ждать. Как мне убрать эту срань, а? Я не знаю.